Всем приветики. Решил я проведать гусеничку, которая тут спит у нас. Ну и мне кажется, что, может быть, все, она уже совсем что-то. Раньше она вот была, она лежит в уголке, почти что на всю эту длину. А сейчас она так уменьшилась и стала такая маленькая, и у нее почернело он сверху и снизу как-то. Так вот, если глянуть, то видно, что он черная, коричневая стала. Потемнело, я имел в виду. Вот, и она уже. Хотя как-то вот на днях она вроде как такое ощущение, как будто бы. Ну, неделю, может, назад, как будто бы в другой позе лежала. В последнее время она лежит так, мне кажется, может, она уже все. Уже, типа, не выжила. Потому что она, во-первых, маленькая стала. А во-вторых, вся так засохла. Но мне кажется, да, она почему-то не выжила, потому что она слишком маленькая стала, и как-то она потемнела. Типа, как будто бы все высохло. Так что. Хотя не знаю, чего, вроде ж все нормально, типа. Здесь же тепло в доме, типа, не холодно. Или может быть ей наоборот холод нужен. Может, они, типа, закапываются куда-нибудь в землю. Ну, в общем, не знаю, что с ней случилось. И чья это была гусеница, я тоже не узнал. Я думал, может, она вылезет, и потом, ну, типа, бабочка будет или что-нибудь такое. Хотя, если вылезла бы моль, это было бы жестко. Пришлось бы потом. Ну, типа, зря растил, получается. Не хотелось бы. Ну, а так я даже не знаю, типа. Она вот лежит, как-то так показать. Ну, в общем, так особо и не посмотришь. Но такое ощущение, что это уже все. Так что такая вот печалька. Не выжила гусеница. Я хотел, чтобы она вот у меня здесь выросла. Но не получилось. Так что, видимо, вот так вот. Вот. На этом все. Всем покедово.